Первая награда сегодня – орден за заслуги перед Отечеством. Доктор наук, профессор и академик РАН Кев Салихов в свои 81 полон сил и новых идей. Сейчас физик, к примеру, работает над средством от засухи. Говорит, возраст труду не помеха. Я уж как-то так с детства приучен, стараясь сделать работу хорошо. Работы хватает. Сегодня научный руководитель Института Завойского, профессор КФУ и специалист с мировым именем. Применение магнитного резонанса не только всю жизнь изучал, но и издал о нем международный журнал. Секрет успеха прост – работать, и если приходится, на износ. Я, например, так натренирован, что когда мне нужно, я даже глазом не моргну, вообще не ложусь спать. В науке, поскольку это очень конкурентная среда, это настоящие результаты, добиваться чего-то, это вот примерно то же самое, как спортсмены в большом спорте. Не терпит лени и большая сцена, знает артист театра Тинчурина Зуфар Харисов. Теперь заслуженный артист России. Сотни ярких образов на сцене, на телевидении и радио. И даже в небольших ролях большое мастерство. Высокое звание сегодня – дополнение к главной награде – любви зрителя. Благодарность артиста всему коллективу. Начиная от гардероба, кончая директором, главным режиссером театра, мы все работаем на одно, на выпуск спектакля. Звание заслуженного деятеля искусств Татарстана – покровительница самых красивых девушек республики Изольде Сахаровой. Конечно, хочется соответствовать вот высокой такой оценке. Будем стараться это делать и впредь. И я думаю, что наша тема, тема красоты как гармония, очень важна. Журналисту, общественному деятелю Газалиевой Розе Киямовне. Журналисты, артисты, рабочие, животноводы, врачи, учителя. 18 женщин, 28 мужчин. К орденам и медалям благодарность президента. Каждый из вас внес весомый вклад в успешное развитие республики. Хочу выразить вам слова искренней признательности за патриотизм, преданность делу и высокие профессиональные достижения. 9 госнаград России и 37 республики из Кремля. Они разойдутся по всему Татарстану. Казань, Нижнекамск, Зеленодольск, Тюличи. Ведь в каждом городе и селе, в больницах и на заводах, в лабораториях и на полях люди работают на благо республики и страны. Лена Анатольевна, Александр Лобанов, ТНВ, Казань.